Поликлиника номер 6 в Софрино. Сегодня она обслуживает более 10 тысяч человек – детей и взрослых. Здание 1985 года постройки. 5 лет назад здесь провели капитальный ремонт, а чуть позже оснастили новейшим оборудованием. Установили рентген и УЗИ – медицинские аппараты для офтальмолога и лор-врача. Сегодня здесь трудится почти полсотни специалистов – врачей и среднего медперсонала. Пообщаться с коллективом приехал глава округа Максим Красноцветов. Я вообще работаю с 90-х. По итогам рейтинга, который ежемесячно подводят в Московской областной больнице имени профессора Розанова, среди всех медучреждений округа, а только амбулаторно-поликлинических подразделений в округе 36, поликлиника в Софрино признана лучшей. Это лучшая поликлиника, здесь работает лучший терапевт. Очень хорошо, что есть внутренний рейтинг. Это своеобразная такая здоровая конкуренция, когда специалисты понимают, их отмечают, когда есть стремление как-то улучшить свои показатели. Каждый месяц мы подводим итоги нашей работы, то есть оцениваем, как мы отработали, как выполнили задачи, которые были поставлены на месяц, и определяем лучших. Вот за май 2023 года лучшим амбулаторно-поликлиническим подразделением стала 6-я поликлиника, поселок Софрино. Вторым амбулаторно-поликлиническим подразделением за май было признано лучшим детская поликлиника номер 1, которая находится в Пушкино. Традиция подводить итоги работы существует уже 6 лет. Так, в прошлом месяце отметили стоматологическую поликлинику в Ивантеевке и кожно-венерологический диспансер в Пушкино. Звание для врачей не только почетное и приятно, но в конце года поощряется и финансово. Стараемся благодаря коллективу, потому что очень многое, конечно, зависит от сотрудников, от коллектива. У нас два молодых терапевта, они пришли практически одновременно. Это Машкова Елизавета Валерьевна и Брагина Ксения Александровна. Отзывчивость, терпение, внимание. Вот, потому что иногда даже по себе сушу, важно человека просто выслушать. Послушать, что он хочет сказать, и, может быть, этого будет даже достаточно. Сегодня в поликлинике поселка Софрино открыта вакансия врача-хирурга. Получить работу в одном из лучших учреждений округа, а также подробную информацию о ней можно в отделе кадров Московской областной больницы имени профессора Розанова. Юлия Постриганева, Владимир Парфенов, Мария Головачева. Новости Большого округа.